У центрального входа торгово-развлекательного центра «Красная площадь» развернулся грандиозный праздник, посвященный неделе кино IMAX. С 4 по 8 октября в киноцентре на Красной площади зрители смогут увидеть лучшие премьеры 2014 года в формате IMAX 3D. Она постала первым курортом на Черноморском побережье России, где открылся кинозал с экраном 10 на 20 метров, который оценили все любители качественной картинки. На празднике выступил музыкальный ансамбль «Dixieland», ансамбль «Барабанщиц», танцевально-спортивный клуб «City Jazz». Для гостей мероприятия ведущий провел тематическую викторину. Каждому правильно ответившему на вопрос – подарок. Мы очень хотим, чтобы анапчане знали, что они имеют необыкновенную возможность смотреть кино в формате IMAX. На самом деле кинотеатр наш молодой, нам всего 2 года, поэтому очень хочется, чтобы люди знали о возможностях нашего киноцентра. Мы счастливы, что у нас есть наши постоянные партнеры, есть зрители, которые часто ходят в кино. И, наконец, есть дети, которые любят киноцентр по-настоящему. В номинации «Лучший зритель» выиграл Тимофей Серый, который за год посетил киноцентр 107 раз. Каждый месяц по 8-10 сеансов. Лучшие СМИ – сайт «Анапа Мама». В номинации «Преданный партнер» – группа компаний AMG Group. Также наградили маленьких победителей акции «В школу по приколу». Дети рисовали любимых героев из детских фильмов. Диплом за первое место и годовой запас канцелярских товаров получил Дима Григоренко. Я нарисовал только одного корабля. Было не очень так и сложно, так старался. Хорошо очень получилось. Киноцентр на Красной площади в данный момент проводит еще одну акцию «Я люблю IMAX». Победитель получит суперприз – билет на концерт лучшей рок-группы 2014 года по версии премии Муз-ТВ «Звери». В завершении праздничной программы всех зрителей пригласили на киносеанс в киноцентр в сопровождении барабанщиц.